Алло. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Это Григорий Озаренок из СТВ вас беспокоит. Да, слушаю. Прослушайте, пожалуйста, вот это. Ах ты, сука, и блядь. Как вы оцениваете такое высказывание? Это что? Еще раз, пожалуйста, послушайте. Это из передачи моей. А, вы слышали? Это я слышал. Да, Ну, как? так а что там? Если я буду подобным языком общаться со своими зрителями, как думаете, это делает мне честь? Не понимаю чуть-чуть. Ну вот Ну, это я слышал. у меня на работе начальник меня осуждает за то, что я вот сказал такое. А я говорю, что людям нравится. Я хотел лично у вас спросить, вам нравится это? Это я сказал или кто? Я не... Нет, это я в своей передаче сказал вот это в стриме. Слушайте. Ах ты, сука, и блядь! Я Ну, говорю, что тут такое? людям нравится. Рабочий момент. Быстро, доходчиво объясняет суть вопроса. Так, если это обращение будет направлено конкретно к вам. Ничего страшного, со мной беседуют давно в таких интонациях или словосочетаниях. Кто? А это ж по работе. А, по работе. Вы мне очень помогли. Я так и передам своему начальнику, что Иванов Дмитрий Сергеевич одобрил подобное общение. Ну, я не сторонник уже, чтобы сильно беседовать, но если так уже будет получаться, то ничего страшного. Все страшно. Хорошо. А президенту Да. так можно мне говорить? На президента? Не, ну я думаю, не стоит. Вот. А чем вы тут уже руководствуетесь? Я пойму и ничего с этим сделать не смогу, а президент может не понять и что-нибудь сделать. Все правильно. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Всего доброго, Да Дмитрий нет. Сергеевич.